Ловите инспект, с вами Димпект, и это God of War на ПК. Итак, давайте-ка начнем новую игру. Думаю, возьму увлекательное приключение. Блин, так офигенно, даже пар из носа идет. На холоде, офигенно. Очень проработано. Так. Нажмите Z. Z не работает. Мышка работает. Z не работает. Почему написано Z? Мне непонятно. Давай, давай. Так, а что это за тряпочка? Похоже на бин чем-то. Я нашел. Садись в лодку. А вот и наш пацан. Бой. Неплохо. Так, ага, для перемещения используйте ВСД, но это мы знаем. Потопали. Надо привязать его к лодке? Yeah. Даже ветки падают. Держи. Уже хватит. Так, ну, поплыли, значит. Странствия, отмеченные деревья. Спуститесь вниз по реке. Ну, лодка в холене такое же. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим? Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Так, и мальчик, куда наплыть? Сюда? Пошли. Я не знаю, у меня либо такая маленькая чувствительность стоит, либо странно. Пока что камера крутится довольно медленно. Может, это из-за бревна, фиг знает. Так, а вот наш дом. Пока что впечатление от игры офигенное, особенно от графики и качества проработки. Это последнее.
Так, это если Фрэнни знает, это его мать. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Черт, он выглядит устрашающе. Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила. Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Логично. Ладно. Сюда. Окей. Так, управление мне спасибо. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. Что ты нашел? Следы, но не олени. Поищу еще. Так. Ну, это все нормально будет. Вот сейчас все хорошо крутится. Так, это что? Еще следы. Да, но круглые. О. Наверное, дикий кабан. Интересно. Хорошо. Ой, что теперь? А, пацана? Идем сюда. Хоп. А, молодец. О,
От Хейла шли? Следы оленя, свежие. Сюда. Окей, от Хейла, давай веди. Как бежать не... Оу. Нашел. Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Так ты там это, не беги. Вот, купленное серебро. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Так. О. Ну, я удерживаю Зе, но это не Зе. И не левок никому еще не... Значит, на Конгресс не знаю. Иди. Я пока на Конгресс садится. Да. Ну, не что знаю, ладно. Ух. Ну, ты можешь прикрыкнешь? Вот же он! Стой! Отхейтелей! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Не, ну... Хей! Опа-на! Мой лук! Нет! Ты не готов! Назад! Лови! Оу! О, это еще что сделал? Ты получи. Готово. А Q, чтобы блок вставить. Окей. И Space, чтобы уклониться. Отлично. Лови. Это было плохо, я не смог. Так, это готово, да? Драугар, они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Пусти меня, пожалуйста, мальчик. И не запульни так. О, он там остался. Туда. Ладно, я пока так пойду. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Топор! Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Так, а я передумал отдать топор. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Прикольно. Я слышу кого-то. Драугар! Ага. Окей. Ты
так, окей. Хоп-хоп-хоп. Нет, 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 тихо, тихо. Черт, почему я нажимаю Ctrl, чтобы вернуться? Подойти. И добить. Я же могу сейчас много дает, так. Да, да. А что это не сделал? Так, ты тут полетишь, да? А вот и я. Ворота должны открываться. То есть мне нужно найти, где их открыть, да? Я тебя так понял. Так, вот вижу. Да, все верно. Ну, ух ты! А дожди, не беги, тут что-то интересное. О, сундук. Ты куда? Нам бэк. Отстань, что? Подожди. Что? Он не может это использовать, мы можем. Отец, смотри. Что там? Жди моей команды. Дыши. Не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Выдохни и отпусти. Я попал. Хорошо. Так, все. У него эти странные рога, они светятся. Он еще живой. Ну, я думаю, Хатас сможет кое-что исправить. Где нож? Нет. Закончи то, что начал. Опа-да. Андрей! Удушил. Ты чего? Окинил? Мы будем с ним драться? Выбора нет. Так, чтобы показать отрез, след, нажмите F, чтобы выстрелить в определенном... Да, Ctrl, ага, понял. Bye.
Что нужно? Ага. Вот тебе пальчик! Сын! Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем? Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. С ним явно что-то не так. Готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Опа-на. Он исчез. Я готов. Закрой свой рот. О, я наконец могу бегать. Давай. Ну-ка, не так кину. Че, как мне насколько далеко могу кинуть? Ясно. А, здрасте. Так, под шкалой и здоровье врага находится шкала разрушения. Ага. Так, секунду, это что? Все никак не откроешь двери? Тихо. Тебя подсадить надо, шмелку. И... А, он сам. Не, на бои, конечно, прикольно. Мне нравится метание топора. Серьезно, нафиг. А, мне б знать. Топор не годится? Так, окей. Я возьму. А я говорил, закрой рот. Ну что, уж правда, это правда. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Так, давай котел сюда. Мы почти пришли. Я не хотел сделать. Кстати, секунду, даже следы от снега есть, офигенно. А вот настоящий снег! А, пусть тут будет пока. Так, дом. Иди в дом, сын.
Что ж, ладно, думаю, на этом я все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.